К протестующим фермерам во Франции присоединились их коллеги из Бельгии. Около 40 тракторов заблокировали автомобильное шоссе в пригороде Брюсселя. Еще с десяток машин припарковали в двух шагах от Европейского парламента. Протестующие выступают против ужесточения сельскохозяйственных стандартов ЕС, которые несут убытки бизнесменам. Фермеры недовольны искусственно завышенными ценами на импортные продукты питания. Пришло время для всех стран, чтобы изменить наше положение, и мы предприняли решительные действия. Мы не часто выходили на такие шоссе, чтобы сказать, что мы несчастливы и вызываем отвлечение. У нас есть поддержка Брюсселя и коллег из других стран. Мы не уйдем без решения, это невозможно. Наш протест должен был начаться 1 февраля, когда в Брюсселе будет саммит ЕС. Но мы хотели быть здесь подольше, чтобы нас услышали и поговорить с министрами, чтобы заставить их отреагировать, потому что они медленно убивают нас.